Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 29. Составь примеры по рисункам и реши их. Синичка находилась в точке с координатой 3. Она переместилась в точку с координатой 5, то есть она передвинулась на 2 деления. Составим пример. 3 прибавить 2 получится 5. Синичка двигалась в сторону увеличения. А теперь наша синичка на втором рисунке будет двигаться влево. Находясь в точке с координатой 5, она передвинется на 3 деления. 1, 2, 3. То есть мы от 5 отнимем 3 и получим 2, так как птичка оказалась в точке с координатой 2. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.